Очередная авария со смертельным исходом произошла в Актобе. Днем 30 июня 30-летняя женщина, водитель автомашины Hyundai Elantra, на пересечении улиц 101-й стрелковой бригады и братьев Жубановых наехала на 66-летнюю женщину. Пешеход в это время переходила проезжую часть справа налево по ходу движения машины. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи, где спустя несколько часов скончалась. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека.